Тогда от лица администрации города, лично Натальи Петровны Котовой, позвольте вас поздравить и весь преподавательский состав с юбилеем университета. Роль университета в жизни города, региона, страны сложно переоценить. Большие научные достижения и, наверное, мировой науки, не только в науке Российской Федерации. Огромное количество подготовленных профессиональных кадров. С точки зрения молодежной политики, ВУЗ является лидером, наверное, ну, в регионе и в стране по событиям. Поэтому я желаю дальнейшего процветания, интересных больших проектов, ну и хорошей, верной, слаженной работы на благо нашей родной страны. Спасибо. Нашим общим днем рождения, поздравительный адрес. Ну, это такой, знаете, больше личный теплый подарок в те морозы и холода, которые стоят. Поэтому я думаю, что в университете он будет очень кстати.